меня полет нормальный, мороз по коже, заботы множит, снежинки знают, мечты растают, но в белом танце им не расстаться. Друг друга ждали, тихонько звали, из грязи и лужи, а свет как нужен, посеребрила, вдаль поманила, но дальше сами я буду с вами. Окрестных стран и смелою рукой.
Ими партнеры там, там музыка лилась и наполняла зал. Я помню злую ночь и воскресенье день. Закончилась зима, ее пропала тень. Кабели перезвон, все чаще тут и там. Молитвою сердец согрелся Божий храм. И знаю я из книг, что все здесь суета. Мелькают день за днем обычные дела, и новым чувством грусть волнуется, когда друг другу говорим мы главные слова. Почти в эфире. Артём, да. А осень? Не, осень не собрали точно. Это опять сейчас собьемся. Надолго ли расстаемся мы с тобой? Прощание минуты так длинны, но где найти для них слова? Читаю я вопрос во взгляде тихом, и как сказать тебе, что ухожу? Пусть крестик на веревочке хранит тебя.
крестик на веревочке хранит меня, а крестик на веревочке хранит меня. Прошу прощения, Петя. Я предупреждал. Акапелла получилась. Так и задумано. Вот, ну и, собственно, наверное. Там, что? Здравствуйте, очень красивая колыбельная. А, спасибо. Лена Кабу. Привет. Так, сейчас давайте посмотрю еще списочек чего-нибудь. Да, уже надо закругляться. Вечер. Ну, поскольку мне Андрей помогал весь вечер, он просит, поэтому сыграем. Заказ. Да, заказ. Смело.
И спасибо большое Дмитрию Студенову, который верит в нас, вот уже сколько лет объединяет нас под своим крылом. Ну, можно самое последнее. Еще. Для часа времени, да. Три минуты. Для часа. Без трех минут час. Эфир. Самое последнее. Какая-то быстрая. Быстрый проход. Очень давно.